Еще два шага назад. Спокойно, спокойно. Я? Они? Они? Мы? Вы? Пацаны, нас раскусили! Бежим! Мне нужно! Бежим! Бежим! Они нас спалили! Они бегут! Походу, что-то не по плану пошло. Вон бегают за ними. Давайте их забор! Камеру! Бежим! 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 Как тебе вообще босиком, блин? Нормально! Смотри на личик! Стой! Где Серега? Подождем его в микроавтобусе. А? Шанса не будет посмотреть. А ты попробуй. Молодой человек, вы что здесь делаете? Немедленно займите свое место. Интересно так было. А что это за ящик? Это ячейки для хранения личных вещей. И обедов. Круто. А что у вас еще в самолете есть? Ну, у нас все как в обычном самолете. Сиденье, кабина пилота, иллюминатор. Вы можете сесть и посмотреть в иллюминатор. Круто. А по каждой отсек есть? Есть. По-моему, можно посмотреть. Нет, вам нельзя. И вообще, осталось пару минут до взлета. Если вы не сядете, мне придется снять вас с рейса. О, нечего. Все, ни пуха, ни пера. Угу, пожалуйста. Что такое? Молодой человек! Я застрял! На время взлета вы должны быть пристегнуты. Понимаю. А это что? Что в кармане? Не помню. А, блин, купил за карман дырявый, походу монетка вывалилась. Кладите на стойку и еще раз проходите. Все. Точно чисто. Да что такое? Что? А, у меня там два зуба золотых. Я опустил. Шутки можно на 10.
ракетные вовремя приехали. Еще даже 15 минут. Согласен. Мужчина, что это такое? Уберите ногу с моего кресла. Мне показалось. Я, пожалуй, стюардесс. Слушай, дожался кому угодно, понял? Мужчина, это мой рюкзак. Давай потеряйся, я на середине сижу. Стюардесса! Вот, посмотрите, он выкинул мой рюкзак прямо отсюда. И мою кресло испачкал. Я не знаю, это что-то ему все не нравится. Если вам не хватает места на полке, ваш багаж можно положить на сиденье. Проблем нет. Так он же будет мешать людям там шуметь, буянить. Да. Вы не переживайте, начальник. Мы все ладим. Присаживайтесь, присаживайтесь. Старина, все будет хорошо. Проходите. Че, кому это мешать буду, а? Кому я буду мешать, а? Если еще бульдозер... Помогите! Капец, какого-то коротышки с рейса сняли. А меня-то зачем? Я вообще ничего не делал. Сам виноват. Молчать нужно было и терпеть. Ваше место 7Б. Добро пожаловать. Как звать? О, Владимир. Женя. Приятно. У меня командировочка. Два чайня. Работяга. Тоже? Нет. Не выйдет сразу. Может, я буду... Что? Ой,
машина. Ладно, хорошо, но если на машине попадешься, не вытащишься. Понял, все, конечно, сам давай. Уговаривай его. До свидания. Давай. Ну а с тобой что делать будем? Ну завтра будет. Назад, да? Не, ну я тебя в первый раз вижу. Лёна переходил, дверь на ночь всегда закрывал, маме даже не грубил. Ладно, выживешь ты. Но есть условия. Пару ожогов. О, нечего было обзываться. Ты такой бугай. Ты мне пустура. Думаешь, если отличник и каждый раз пятерки получаю, я проверять не буду? Единица. Сколько единиц? Я же 500. Я все за 10 минут пишу. Я же сам видел. Ты теперь больше не путал. Форму привезли. Прикинь, как... И с девчонками поговорить. Нет, что это? Ну, нет же, реально. В общем... Приятного аппетита. Ты там что-то, видимо, подправил. Да, откуда такие предположения? Нет, я сразу положил. Ленись, баб. Так это точно ты. Ау. Ау. Я, кажется, руку сломал. Это моя? В любом случае, нужно себя сдерживать и партами не разбрасываться. Понял? Понял, прощайся. Ты за свою выходку отправляешься к директору. Ты, кстати, тоже. Сергей, в любом случае нужно себя сдерживать и партами не разбираться.
другое дело. Теперь проходите. Нас воздух.